Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, здесь. Для Тубаби и Кустюм жизнь словно остановилась. Яркая звезда экранов в последнее время оказалась в ином эмоциональном затруднении. Энгин Айкурик. Связь между ними становилась крепче день ото дня после проекта, над которым они работали вместе. Но эта связь перешла на уровень, который уже нельзя было объяснить исключительно деловой дружбой. Когда Туба стояла перед большим окном своего дома и смотрела на заснеженный Босфор, внутри нее бушевал шторм. Для него профессионализм всегда был на первом плане. Его главным приоритетом было держать эмоции под контролем и сосредоточиться на работе и карьере. Однако каждый момент, проведенный с Энгином, еще немного расшатывал этот баланс. В последнее время улыбка Энгина, его глубокий взгляд, все, что он говорил, начали глубоко влиять на Тубу. В один установленный день сцена снималась как обычно. Сцена посвящена очень эмоциональному моменту между двумя персонажами. Строки были написаны, но на сцене что-то было не так. Сердце Тубы не просто играло в этой сцене, он действительно это чувствовал. Когда она смотрела в глаза Энгину, она боялась потерять себя. Той ночью, после окончания выступления, он вернулся домой один. Его разум был в смятении. Она не знала, как контролировать свои чувства к Энгину. Ее всегда знали как сильную и независимую женщину. Но на этот раз он боялся потерять контроль. Он достал телефон и начал писать своему менеджеру. «Возможно, мне придется на некоторое время отдохнуть от проектов, мне нужно немного подумать». Это сообщение отражало его сложное настроение. Туба боялась, что такие сильные эмоции повредят ее работе и карьере. Однажды они встретились с Энгином в кафе. Они оба сделали небольшой перерыв в своем напряженном рабочем графике и захотели спокойно выпить кофе. Их разговоры, как всегда, были глубокими, содержательными и приятными. Однако Энгин заметил, что внутри Тубы что-то изменилось. Он спросил его: «Туба, в последнее время ты кажешься немного отстраненной. Все в порядке?» Туба на мгновение остановилась. Он всегда был осторожен в высказывании своих чувств. Но он больше не мог убежать. Не сводя глаз с Энгина, она выразила бурю внутри себя. «Энгин, в последнее время я чувствую, что не могу себя контролировать. Трудно вам это говорить, но я пытаюсь подавить свои эмоции. Потому что, когда я думаю о тебе, мне становится труднее оставаться профессионалом». Энгин удивленно посмотрел на Тубу. На какое-то время воцарилась тишина. Затем Энгин мягко улыбнулся и сказал тихим голосом: «Туба, я тоже в курсе этой ситуации. У нас сильная связь, но мы не должны позволять ей определять нас. Мы оба знаем, насколько мы профессиональны. Но вам не нужно подавлять свои эмоции». Хотя Туба была благодарна Энгину за понимание, смятение внутри нее не утихало. Он чувствовал, что открытие своего сердца принесло одновременно облегчение и волну беспокойства. Может ли это признание изменить все? В конце ночи Туба поблагодарила Энгина и встала. В его голове все еще оставались вопросы. Было неясно, сможет ли он справиться со своими эмоциями или нет. Но одно можно было сказать наверняка: поскольку ее эмоции становилось все труднее контролировать, пришло время дать себе шанс распознать их. После этого дня Туба пересмотрела свою связь с Энгином и продолжила свой путь. Несмотря на то, что ему было трудно контролировать свои эмоции, он решил не игнорировать их полностью. Потому что иногда даже самый большой профессионализм требует места для эмоций. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.